Делайте так каждый вечер перед сном. Просто записывайте. Это как ведение бизнеса. Тогда вы будете знать, двигаетесь ли вы вперед или назад. У меня много негативных чувств, хотя каждый день я занимаюсь йогой. Поэтому я начинаю задаваться вопросом, действительно ли я прогрессирую духовно? Большинство людей даже не знают, что они негативны. Это ощущают только другие люди. И если вы начинаете осознавать «я негативный человек», значит, вы растете. Это значит, есть прогресс. Потому что такова природа вашего существования. Если кто-то подойдет к вам поближе, и у этого человека пахнет изо рта, вы почувствуете, что у него пахнет изо рта. Но если пахнет у вас, ваш нюхательный прибор находится прямо здесь, ваш инспектор. Но вы ничего не заметите. Да, он прямо здесь, нос прямо здесь, но он не может унюхать этого, хотя он может унюхать что-то другое. Такова природа вашего существования. Если вы начинаете видеть свой собственный негатив, это значит, вы растете, вы прогрессируете. Если вы не знаете, как это сделать, каждый вечер перед сном делайте ишакрию. Всего несколько минут. Вы можете делать ее даже лежа. Делайте и засыпайте. Перед этим просто напишите всего одну страницу. Сегодня, не с точки зрения того, что вы сделали, а с точки зрения ваших впечатлений, стали ли вы немного радостнее, немного спокойнее, немного лучше или хуже. Просто делайте записи. Это все равно, что ведение бизнеса. Если вы как следует ведете свою бухгалтерию, видите ли, то, что вы пишете в налоговой декларации, решать вам. Но чтобы управлять бизнесом, нужно вести надлежащий учет. Тогда вы будете знать, движетесь ли вы вперед или назад, получаете прибыль или работаете в убыток. Если вы не вели никакого учета, то через 10 лет в один прекрасный день вы можете внезапно обанкротиться. Что-то случилось, ничего не случилось. Вы не вели учет, вот и все. Да? Будь то ваш собственный прогресс, или ваш бизнес, или ваша семья, не пытайтесь придумывать мистические причины для всего этого. У меня внезапно случился сердечный приступ. Ни у кого не бывает внезапного сердечного приступа. Вы постепенно работаете над ним. Да? Внезапно я впал в депрессию. Нет. Вы работаете над ней, и однажды вы достигнете успеха. Если я скажу это, многие люди набросятся на меня. Что это за гуру? Никакого сострадания. Выбирайте сами, хотите ли вы жить чьим-то состраданием или силой собственного разума. Выбор за вами.